Всем привет! Вы на канале Виктории. Сегодня снимаю свои пустые баночки за октябрь месяц. Начну я с средств для ухода за волосами. Это у меня закончились, скажем так, летний шампунь и бальзам-ополаскиватель. Это Garnier Fructis с ароматом арбуза для тонких волос. Нормальный шампунь для повседневного ухода. Приятный летний арбузный аромат. Поэтому, возможно, еще повторю с другим ароматом. Там и манго есть, и банан на следующее лето, возможно. Вот такой шампунь от Oriflame. Это с лимоном и ментолом. Тоже освежающий летний. Закончила. Так, быстренько, наверное, сейчас БАДы покажу, чтобы они мне здесь не мешались под рукой. Почему-то в этом месяце много у меня закончилось. От Faberlic это инжилак с инжиром. Хипате Форте это для печени смесь масляных растительных экстрактов. Секреты Востока, экстракт черного тмина. И любимый мой черника плюс. Всегда беру его в Faberlic, пропиваю. Это для зрения, для глаз. Такие штучки. Так, дальше продолжаю уход за телом. Это гель для душа, парфюмированный Мурмур с ароматом парфюмерной воды от Faberlic. Дальше гель для душа, мыло для рук от Yves Rocher, олива. Нейтральный аромат, приятный. Гель для антиногиены, лактоцид. Беру их периодически. Сейчас в использовании Нивея, но люблю лактоцид. Поэтому периодически его повторяю. Скрабы для тела, любимые мои. Вот такой скраб-джем на основе ягод смородины и фейхоа взяла попробовать. Нравится вот это кафе Мими, что можно пробовать разные ароматы, объемы. И вот в таком вот стаканчике, скажем так, кофейном на основе натуральных ягод, черной смородины, экстракт фейхоа, сахарный такой джем-скраб. Но аромат мне, конечно, фейхоа чуть подпортил все. Смородина, да, фейхоа нет. Мне не понравился этот аромат, я больше повторять не буду. Но зато вот это мой любимый аромат компании Faberlic из серии Beauty Cafe. Тоже скраб для тела, грушевое парфе. Обожаю этот аромат грушевый. Брала, повторять буду еще и еще. Вот такие в упаковочках тоже от кафе Мими. Скрабики, это по 150 грамм. Это у меня был кокосовый скраб для тела Matcha Yuzu, кисленький такой аромат. Вот такой тоже закончился. Это кокос, спирулина и кактус. Вкусненькие ароматы у этих скрабов. Люблю. И такой ароматерапия. И скрабирует хорошо с кокосовой стружкой. Биосоу. Вот такой скраб, это кокосовый скраб для тела, увлажнение и питание. Авокадо, матча, маринго. Очень нравятся мне эти скрабы, пробую их разные. На мякоти кокоса, чай матча, маринго, масло авокадо. Без парабенов, силиконов и минеральных масел. Очень даже советую. Так, что еще для гигиены? Антиперспиранты Рексона и Активель от Oriflame. Рексону я разлюбила. Активель действующий. Хорошие ароматы от компании Oriflame. Так, теперь приступаем к лицу. Вот такая пилинг-скатка Farmstay. Это у меня с авокадо. Нравятся мне скатки эти. Их очень надолго хватает. Поэтому с удовольствием повторю, еще пользуюсь, нравится.
Вот такой крем ночной солнце Абхазии, восстановление омоложения с муцином улитки. Была, когда отдыхала в Сочи этим летом, взяла местную косметику, да? Повышает тонус, регенерацию. Хорошее увлажнение. Поэтому закончился кремик. Вот такая сыворотка BioGlow с ароматом апельсина. Маленькая очень. Маленький объем, 15 миллилитров, быстро закончилась. Ну, люблю я пользоваться всякими сыворотками, пробовать разные ароматы. Неплохая сыворотка. Так, теперь что, масочки мои, да? Куда ж без масочек? Я любитель масок для лица. Вот такие, корейская маска. Это пилинг рисовый. Тоже такие треугольнички одноразовые, нравится пользоваться. Вот такой пилинг, это с содой от Этюд, знаменитый их содой. Маски для губ. С авокадо. И масочки для лица закончились. Это ампульная маска Джигат с огурцом. Вот такая от Oriflame авокадо. Нравятся мне эти кремовые маски. Если это тканевая, это кремовая маска. Периодически в Oriflame беру. Нравится мне и состав, и аромат, и действие после маски. Хорошо очень питает, увлажняет кожу лица. Гиалуроновая маска. С базиликом. Ну, вот эти маски мне серия, я брала несколько разных ароматов. Мне не понравилось. Не лекала. Лекала очень грубая, плохо прилегает. После маски тоже действие на кожу лица. Маска липкая, долго очень впитывается. И вау-эффекта я не заметила. Поэтому вот эти маски не рекомендую. И сама повторять не буду. И масочки от Fruity. Я взяла несколько штук. И вот эти уже использовала. Это с ягодами асая и черешня. Первую попробовала маску, не распробовала я, скажем так. Вот уже после черешни мне понравилось. Буду пробовать следующие, тогда уже сделаю выводы, нравятся мне эти маски, эффект от этих масок или нет. По декоративке, что у меня закончилось? Вот такой уход для ногтей, это от компании Oriflame, это виноградное масло. Пахнет действительно виноградом, работает с ноготочками. Вот такая помада, эта серия была лимитирована в компании Faberlic. Она такая гелевая, легкая текстура, увлажняющая. Интересная упаковочка Аква. Закончилась. Тушь Кабаре от Вивьен Сабо. Очень много почитателей у этой туши. Люблю я такие кисточки силиконовые, но почему-то я не подружилась с этой тушью. Она очень мне пачкала веки постоянно. То есть я все ждала, когда она подсохнет, когда она подсохнет. Очень жирная. Но поэтому ее все хвалят, да, что она дает очень хороший объем. Долго, ну, я говорю, очень мне пачкала века. И может быть действительно у меня маленькие реснички, поэтому она мне не подходит. Повторять больше не хочу, хотя у меня в запасах, я тогда на радостях при хороших скидках купила две. Такую Кабаре Премьер, это была новинка, и еще какая-то с изогнутой щеточкой, но буду пробовать еще ту. Может быть, возможно, вот этот изгиб щеточки мне даст какой-то уже другой вау-эффект, и я влюблюсь тоже в эту тушь. Вот такой карандаш для губ от Avon.
Все с ним хорошо, люблю выкручивающиеся карандаши, которые не нужно затачивать. Но по истечению времени, скорее всего, из-за того, что они на масляной основе, возможно, очень неприятный аромат протухшего такого не протухшего, а пропавшего, да, масла, которое горчит. Не нравится мне этот эффект, поэтому недовольна. И по ароматам, что у меня закончилось? По ароматам пробники. Закончился пробник Шанти. Я брала этот пробник, составляла отзыв на этот аромат, у меня есть на канале. И, конечно, я взяла уже полноразмерный флакончик. Была хорошая скидка. Долго не было этого аромата в каталоге. Почему-то его сначала запустили, а потом решили долго в каталоге не показывался он. Взяла аромат, очень такой умиротворяющий, тихий, спокойный, для меня домашний. Нравится мне там цитрусы, цветы. Следующий пробничек — это аромат Signature Generation. Это уже, конечно, такой зубосвербящий аромат. Тубероза здесь. В описании к этому аромату было, что это нежный, спокойный аромат для семейных мероприятий, для мамы. Для меня это аромат вырвиглаз. Очень ядреная здесь тубероза. Я взяла полноразмерный флакон. И теперь это буду пользоваться как лекарством микропшиками. Потому что он очень для меня сильный, интенсивный аромат. Хотя это у меня очень редко бывает. Но вот с этим ароматом сложилось так. Аромат от компании Oriflame Rose Sublimation. Нет, Rose Somptueuse. Ну, я такой француз, конечно, извиняюсь. Аромат очень красивый, нежная такая роза. Действительно приятный аромат. Я взяла полноразмерный флакончик. Довольна этим ароматом, влюблена в него. И закончила я два аромата от компании Avon. Faraway Rebel. Очень вкусный аромат. Я люблю такую гурманику. Здесь смородина, сливки, шоколад, карамель, тоффи. Классный аромат. И я его выпила, наверное, за 2 или за 3 года. У меня было пол флакончика, ну, может быть, чуть меньше. И я его выпила этой осенью. Очень мне было с ним вкусно. С удовольствием носила, поливалась им. И еще один аромат от компании Avon. Aspire Embrace. Это уже снятый аромат. Здесь абрикос. Тоже такой вот он. Лилия. Сливочный. Приятный осенний аромат амбровый. Ой. Тоже закончила этой осенью. Уходит у меня в пустые флакончики. Нравился. Ну, это все, что я хотела, чем я хотела с вами поделиться. Все мои пустышки за октябрь месяц. До новых встреч на моем канале. Всем пока!